Доброго времени суток, уважаемые зрители! Вы снова на канале Остроумно, где мы делимся с вами полезной и просто интересной информацией в этом выпуске. Гороскоп на 23 мая 2018 года. Овен. Сегодня Овен немного не в себе, так как вчерашние события заставили вас немного понервничать. Будьте менее активными сегодня, а больше уделите внимание своему внутреннему состоянию. Телец. Возможно, сегодня у вас будет наблюдаться всеобщая слабость. Не стоит это игнорировать. Постарайтесь уделить больше внимания своему физическому самочувствию. Проведите день на природе. Близнецы. Внутри вас ураган энергии и дух бунтарства не на шутку разыгрался, но не забывайте об окружающих. Они не обладают таким энтузиазмом, как вы. Сегодня могут поступить интересные новости, которые касаются вашей второй половины. Рак. Вы порадуете свою вторую половину, что являетесь состоявшейся и самостоятельной личностью, однако будьте осторожны с финансами, возможны ненужные траты. Лев. Львам стоит прислушаться к своему внутреннему голосу, если вы запланировали сделать что-то новое, перенесите это на потом. Дева. Сегодня девам лучше отказаться быть первым во всем. Это не самый удачный для этого день. По возможности возьмите выходной и восстановите запас своей внутренней энергии. Весы. Хороший день для творческих начинаний. Стоит провести его в кругу креативных и творческих личностей. Ваш потенциал будет высоко оценен. Скорпион. В этот день нужно обязательно довести начатое дело до конца. Если ваша вторая половина сегодня не в настроении и не готова принять вашу заботу, стоит уйти в сторону и провести время с друзьями. Стрелец. Для стрельцов этот день будет удачным во всем, даже если кажется, что все идет не так, как задумано. Не теряйте надежды. Звезды на вашей стороне. Козерог. Козерогам звезды сулят отойти от привычных профессиональных дел. Сегодня ваше внимание будет на нуле, в противном случае это несет за собой негативные последствия. Водолей. Водолеям стоит быть внимательнее к окружающим и стараться не встревать в конфликты. Старайтесь быть спокойнее, не так упрямо отстаивать свою точку зрения. В личном плане у водолеев сегодня все стабильно. Рыбы. Сегодня лучше отказаться от любой работы. Мало что сегодня от нее принесет вам пользу, однако стоит задуматься о своем здоровье. Это все, что мы хотели вам рассказать. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, а также не забудьте перейти на наши странички в Instagram и Facebook. Ссылки есть в описании. Услышимся!